наехал мимо. Саня, лично. 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 Что там? Получил по яйцу, И тут зеленые человечки. Так, возьмите с другого бокса, принесите, блин, набор уже дофилища. Так, а что это за машина, Саня? Сейчас я посмотрю. Иномарка. О, какая-то знакомая, да. Узнали вы эту машину? А вот это, Саня, ты помнишь этот тюнинг, ты лично делал? Какой? А вот из канистры. А, да, что-то нашел. Это подкрылок ты сделал из банки Картехник со 5-литровой. Или с Хэпу. Ой, блин, как жалко мой мотор, елки-палки. Что с ним, скоро мы узнаем, Саня, скоро мы узнаем. Мотор, что с мотором. Сейчас покажу вам стартер, который заводит V8, 4,7. Ну, залупаясь больше, Саня. Таврически больше по размерам. Просто вообще ничего не весит. Размер, ну вот, ладонь, видите, стартер. Вообще детский. Но работает круто. Саня говорит, один болт. И можно выкатывать и вынимать. Там сверху только чуть-чуть открутить. Не чуть-чуть, но не чуть-чуть. Посмотрите, длина пружины тут у меня такая. Ух. 4 дюйма. С чем-то даже, наверное. Прыгайте, проститутка, если честно. Болтик. Один неудобный. А что-то плохо крутится. Я не знаю. Ты же сказал, один остался. Ну, то, что мы видим. Я просто не помню свет. Маленькая, черненькая. Сейчас я, да. Сейчас черненькая. Не, сейчас не нашел. Ты что, гонишь? Не нашел. Показывай. Сейчас я на него скину. Да, она. Она? Да, да. И что, ты открутишь теперь? Это дешевая. Не была нормальная. Подделка. Это дешевая галка. Да не, оригинал, ты чё? А ну сейчас тебе покажу. Слышишь, следующий этап, сказали, к Мегауазу он должен летать теперь, понял? Смотри, плывет, по земле едет. Третье измерение надо, сказали фолловеры. Ты слышишь, что это? Нет у тебя там кто делает, чтобы взлетать что-то могло? Ну придумаем, я думаю, что когда-нибудь до этого дойду. Включил свет тебе. Давай, включил свет. Где она? Большую, вот эту крепкую, говорит, 4 года изнасилования, трещотка держится. Это какая-то... Топтуловская обычно. Да, дешевая? Не. Но мы... А, ну, посмотри, топтуловская? На головку туда. Смотри, а где тебе в школу? Так вот это ты столько мучился? Ну, пока ты не приехал. Вот она, видно головку. Ее не ломает, она шикарная. То есть... И все крутится, да? И все четенько, там она давит хорошо очень. Да. Да. А что вот это за тюнинг, не знаю. А где? Вот. Водоросли. Из проволоки. Где-то еще один болт есть. А вот болт. А не этот направляющий стоит у нас. Там да сверху. Вот болт. А тут он руками вон шел, вот он болт. Так откручиваем. Зачем? Так а как? Так коробка не снимется. Это ж коробка прикручена. Я в курсе. Ну вот он и держит. А может там еще со второй стороны. А вон еще один, Саня, такой я же. Мы их оставили. Я хочу, чтобы оно вот такое движение делало. Видишь, посмотри сюда вообще. Чтобы оно вот оно у меня играет. Видишь уже мотор? Но я боюсь, чтобы там сверху не было какого-то, блин, подлого по центру. Я не помню, есть он. Давай посмотрим в интернете. Давай. У тебя есть интернет? Конечно. У меня нет. Я могу туда руку засунуть. А, лучше рукой. Нафиг тебе тут интернет. Помацай, да и все. Какие-то еще бумажечки сохранились. Слышишь, бумажечки сохранились. Датчик вот из-за этой лямбды. Да. Сейчас я вам покажу, который расход. Где она? Вот она. Штаны целенькие. Из-за этой лямбды, которой расход 60 был. Мы ее тоже сразу поменяем. Возьми монтировочку, жгут туда. Смотри, видишь, я хочу посмотреть. Видишь, где вот жгут идет? Да. Я хочу понять, вот там вот, где жгут лежит. Вот где на коробке он прям лежит. Вот там. Да. Блин, болото внутри. Вот там болт. А, нет, а вот вытекает, тут он высыпается. Нету? Нет, видишь, я его специально виды не поставил. Вот такой жопе. Ты знал, что надо снимать будет скоро? Я не знал, но догадывался. Не, нашли еще один болт вверху в самом.
собираются все удлинители. Да у нас где-то вот есть. Дарницкого района. Видел, какой у нас есть? Ого, какой модный, слышишь? О-о-о. Вот, то. Смотри. А эту? Одел ты? А, одел. Да. О, нормально смотришься. Шо, попал? Шо, не деваешься надо? Ты шо, вообще? Мы же еще не такие это старые. Это вообще... А, ну да, да, да. Это зеленые человечки? Где они? Вот они тут, а второй? Ну-ка, ты туда рукой не залезешь? Раньше таких костюмов не давали модных, да? Не могу. Лапы заретушируем, короче. Ну давай еще раз так одену. Вот так вот свет просто хай лежит. Не достанешь, нет. Не достанешь. А не, не достанешь. Бодя точно бы не достал, да? Смотри, сука, достал и крутит. Да? Где? Иди сюда, смотри. Иди рука, блядь, где, смотри издалека, как это смотрится. Где рука, где рука, блядь. Блядь, тихо, дай руку. Дай руку. Дай руку. У Ромы возьми руку. Дай руку. Светить тебе же в руку же видно было, да? Блин, как-то коробка плохо. Коробка в длину метр у нас, правильно? Коробка 94 килограмма, с раздаткой больше и длиннее. Да, длинное все такое. Да. Все, вышел. Что, открутил? Да. Смотри, тихо. Вынять руку теперь, главное, чтобы МЧС не вызывать. Вынял. Главное, удлинитель еще. Главное, бог этот держит, слышишь, болт не уронил. Да, удлинитель нормальный. Ну, а теперь... Выпадает? Да, все, пошло. Все, можно вынимать лоток. Скоро узнаем, что там внутри. Провод на лебедку, кстати. Все, говорит, садись, будешь кататься. Так, а руль крутить или не надо? Блин, сигнал не работает, стеклоподъемники тоже. На нейтралке. Да, ключи в замке. А, да, давай. Да не, ну что-то слабо. Да не, может я выйду? Ух, блин, бугаи. Ох, как тяжело. Одной рукой. В общем, пока так. Сейчас отключат, будем вынимать. Так, это кардан мегауазовский наш задний, который отпал на юности. Сейчас подремонтируем. Новая вилочка, ну, с другого. Отвязывать молоток посерьезнее. Да, тут я тебе скажу. Это тебе новой почтой прислали? Что, молоток? С арматурой упаковка серьезная. Идет, но тяжело. Да, вот такое оно. Руки заразить. А где я стучал уже, пока ты ходил? Тут привязали, как в космос лететь вроде, да, с этой арматурой и молотком. Пошла жара. Блин, был я токарем давно. Серега, дашь поточить хоть что? Дашь поточить? Стой. Не спеши. Надувай. Что ты? Он? А, как да. Было? Как было. Ух ты хитрый, блин, все знает. Знаешь? Я понял чтобы тебя. Чтобы, как оно было, так балансировочка, чтобы да. Соблюлась. Тяжело так. Дубасили. А теперь что? Выбили.
Все, теперь тут туда. Большинствование как было? Это было. Да нет, это ж просто был фланец. Ну, что ты прошу здесь? А, запыхаюсь. Пойдет. Да? Все получилось. Как раз там был дорезец был, там сварка обойдет. Да. Елки-палки, вы все разобрали. Все, да. Они уже заточены. Если мамонты опять возродятся, понял? На охоту можно ездить, да, сразу? Да. Подточено, все острое. Да. Радиатор коробки. Что-то он какой-то неровный. Чуть-чуть. А ну слушай, подожди. Слышь, друг, динозавры вернутся, я готов, да, уже? Слушай, динозавр. А, да, есть износ, есть. Сказал, что он еще походит. Ну, блин, ты просто медленно крутил в прошлый раз. Я вот так делал тебе? Да, да, да. А что у тебя руки побитые? Ну, твой мотор снимает. Ё-моё, слышь, это я только на одной зеленке по миру пойду. Тогда, ух, елки, весь в кровище. Это ужас вообще. Смотри, посмотри, чем он работает. Он сломает коллектор, он же пластиковый. Да ну не гони. Забери у него, Саня. Нормально, все нормально. Снимай, забери, снимай. Ну ты что, дурак? Да, я помогу. Ты видел, как он двумя руками ее держал? Все, разъем. Ой, блин, есть валидол в аптечке? Нет, только зеленый. Давай выпью. Фух, блин, как страшно было. Лучше бы я этого не видел. Нахрена я приехал? А, я шины тебе привез. Фух, блин. Слышь, вот это там, где натянуто, понял? Где-то сапун. Но где-то вот тут он натянут. Вот какой-то. Они, да, вот они. А, вот это они. Вот это сапуны твои, смотри. Ну, износ, износ, да. Ну что? От генератора, да? Вот так вот. От генератора. Фух, блин, вот это день. Давай головку снимем хоть одну. Или мы не успеем сейчас. Ладно, переносим назад. Йо-йо, Саня, так а компрессор не надо или надо? Надо, надо. Все снимают, елки. Хорошо, хоть фреона там не было, да? Фреона, да? Что, там заглушки, да? Там все новое. Не, там заглушки должны стоять. Фух, блин, ты меня продолжаешь травмировать этой монтировкой. Елки-палки, блин, коллектор пластиковый. Фух, Саня, ты видел, что они делают? Они только что разъем вот этой монтировкой снимали, Саня. Так сурово. Я чуть и... Да, да, очень сурово. Так вы все у меня и подписаны. Вот, отлично. У тебя был по-другому ты записан, но потом я исправил. Выходит, выходит. Сейчас Олег подойдет. Саня, ты... Смотри. На. Голыми руками. Я... Не, не давай ему, не давай. Забери! Саня по-другому сейчас ее вставит, давай. А, он, а, так он как-то логичнее, он снизу вверх ее правильно выталкивает. Да вы расшатали вы. Не расшатали, как раз самое... Ёханы, да, 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 да. Да нет, он с другому подошел стороны. Я вообще электрик, ты понял? Да, вот это и снимай все. Все, давай, сейчас снимай, генератор снимай. Ёлки-палки. Это у меня. Генератор оставляем. А, снимаем, да, на капиталку. Новый зеленый человечек 2. Да куда ты, блин, ты чё? Я чуть не наложил, блин, ты так валил. А чего такой упор интересный? А ты не хочешь переставить наверх, поменять упор ногами? Не переставить. Трещотка есть. Ух ты, как он руки держит. Смотри, вот так вот ставишь. Сейчас он, да. Сейчас огнет пропеллер. Тебе же упор ногами вот так удобнее делать? А ну попробуй так. Только пропеллер не убеги, хорошо, и толкай ее. Сильнее! Но он еще не настолько суров. Да. Серега, выключи музыку. Да я гляну, подожди, что-то не так. Может, так, суровый лично. Может, тоже не потерял? Йо, да нет, и крепкий еще. Я у токаря ж был от тебя. Да бугай, я тебе говорю. Это. Вот тот ходит, что там на Волге, тут отдыхает, конечно. А тут человек. Слышишь это, да? К токарю заезжал. Пока Серега? Ехал от тебя, Серега, да. Ну что, сам стучал молотком, даже видео снимал и стучал одновременно. Кардан чинили, блин. Он уже забыл, как его починить. Короче, я постоял над ним 20 минут, и мы его восстановили. А, варить только надо. Что у нас осталось, Рус? Смотри, у нас снялось
проводку под форсунок поздергивать в сторону. Ну, это монтировка же есть у вас для форсунок. Да, нормально, тема у нас. И трубки печки отключить отсюда, прикинь, трубки мы оставляем. Прямо с помпы отключаем, например. И все, экран нацепили, сдернули. Там антифриз же новый был. Будь старый. А, не, он же вытек. Вода, он вытек, да. Подожди, ну сам формат разговора. Не-не, он вытек на Дарницком мосту где-то. Я забыл, что он там слился. Несанкционированно. Ёлки-палки. Ты заценил только что? Да, да, упор ног, все. Четко, блин. Ты понял? Я тебе говорю, вы вернетесь отсюда уже через месяц с другими людьми полностью. Уже костюм, смотрите, у него костюм был, кстати, такого цвета, как у вас, полностью идеально зеленый. Да. Видишь, что с ним? За сколько? За 2 года. Тут еще когда-то белая кофта. Белая кофта была, да. Ну... И погоны, блядь. Полковника. Все, всем пока. Завтра мотор будет на свободе. Что, не выключать? Нет, а еще болт один. А что это за болт? Генератор же держит. Да нет. Да да. Так как такой болт может держать? А то что держало? То так для контр чего-то там. Да ну не гони, подожди. А как оно? То запасное. Давай, рви его. Вот это? Да. А ну покажи, ты можешь рвать. Стоп, неправильно уже. А тянуть толкать или легче? Или вот так вот. Правильно подобрал голову? Нет. А тебе упор нужен. Правильно, да. Вот я за это имел в виду. Ну тут упора не было. Ну, да тут кто-то сорвал. Кто-то сорвал на той неделе, да. Блин. Другой хотел толкать, ты понял? Это, кстати, очень хорошо уже. Глянь, глянь, все, одной монтировкой полностью разбирается весь мотор. Не, уголку тут. Да. Саня, делай прогнозы, что там внутри. Ну все, готово уже. Саня. Клапан? Клапан? Не прогорает клапан. Мне кажется, поршень. Или не вряд ли. Мне кажется, кольт. Еще вариант. Кто-то угадал. Да, да, кто-то угадал. Ну там уже ставки, короче. Делайте ставки, подписывайтесь, делитесь. Ты потом на мойку отвезешь его? Кого? Мотор? Машину. Мотор. Мотор сами помоем, машину. Вот эти все какахи, понял, смотри сюда. Ну что с ним? Так а как я отвезу? Так у вас же была тут мойка где-то раньше. Сломалась. Так я это щеточкой тут сам. Это твоей машины сломалось. Это облегчение нормально получится. Там, кстати, я в Райме потрогал, то ну в этой в интегрированной, в лонжеронах тоже такое половину забито. Знаешь, можно такое, типа, это Черкассы. Это так. Прилуки, это Прилуки. А ну оффроуд фрифест найди. Запорожье. Нет, в Запорожье не было, подожди, не гони. А фрифест там не найди. Оффроуд фрифест, так, Прилуки. Где там еще? Фрифест тут еще. А ну, а не скучная, не скучная, где? А, это не скучно. 19-го года еще. Да не, это 18-го, не гони. Видно, что старое. Точно? Да, а что это? Стой, иди сюда, покажи. Какой фильтр? Абсорбер вот один. Ёлки, тут утяжелена она, конечно, конкретная машина. Слышишь? А. Ну там вот еще. Это ж получается 100% уже это много. О, это Толокунь 15-й. Оффроуд Фрифест 15-й год, да. Не, ну тут усилили нормально, пацаны сделали, да? Не, хорошо, да. Раньше было. Он говорит, теперь, если у тебя бампер просто один раз оторвался, я лебедился. Говорит, когда... В следующий раз, если уже оторвется, то, говорит, сразу с двигателем выйдет. Отлично, вместе. Отлично, кстати, и можно будет удобно. И удобно. Чинить его будет бегом. Подушки порвались. Так, все.